Ирма будет ночевать у мамы, так что можем пойти в кино. Сегодня буду к 6. Иди сюда, малышка. Обними папочку. Задерживайся. Вы жена Рене Гонсалеса? Мы из Министерства внутренних дел. Ваш муж дезертировал. Он угнал самолет и приземлился на американской авиабазе в Майами. Знали вы о его планах или нет? Но теперь вы жена предателя. Мы хотим сделать Кубу свободной, и нам нужны опытные пилоты. Задание в основном по воздушному сопровождению беженцев. Очень важно, чтобы вы знали правду. Настроенные против Кастро группировки в Майами хотят убедить мир, что Куба опасная для туристов страна. Единственный способ предотвратить их атаки — внедриться в их организацию во Флориде. Не стреляйте! Я беженец! Вы тот офицер, который доплыл до военной базы США? Вы знаете, что похоже на кинозвезду? Я и правда кинозвезда, хотя вообще-то даже сексуальный. Несколько наших людей уже работает там под прикрытием. Думаю, ФБР будет интересно узнать о кубинской шпионской сети на своей территории. Тебе придется разобраться, где там заканчивается война за свободу Кубы и начинается контрабанда наркотиков. Все обо мне знаешь. И так даже лучше для тебя. Ты ничего не видел. Ничего. Вы подвергаете себя серьезной опасности. Сможешь ли ты простить меня? Безопасность вашего мужа и вашей семьи будет зависеть от того, вспыхнет ли мировой скандал. Так что не подведите нас. Пришло время... Стоять! Сказать правду.